А что это за саженец? Это саженец вишни в честь династии Дуровых. А также Филатовых, Запашных, Багдасаровых, Кио и многих других знаменитых цирковых фамилий. Именную вишневую аллею решили высадить в честь Всемирного дня цирка, который отмечают 17 апреля. В преддверии этого праздника мы подключились к параду династии. По всей стране, во всех цирках проходит акция высадки деревьев, кустарников, аллеи цирковых династий. Высаживать вишневую аллею у стен Владивостокского цирка вышли администрации, цирковые артисты программы «Остров сокровищ». Но самыми главными садовниками стали их дети, а саженцы привезли друзья цирка. Мы высадили саженцы вишни, которые, собственно говоря, сами и подготовили. Я уверен, что вот эту традицию, которую мы сегодня здесь начинаем у стен цирка, наши дети, которые видят сегодня, они продолжат это все. Я думаю, что мы показали очень хороший пример нашему подрастающему поколению. Как правило, дети цирковых артистов вырастают в манеже, и любовь к цирковым искусствам передается им самым прямым образом – вместе с опытом родителей. В семье цирковых артистов Гриневич двое детей – сын и дочь, и младшая уже делает успехи на полотнах. У вас тоже намечается династия? Честно говоря, мы как бы так далеко в будущее не смотрим, просто ребенок захотел, и поэтому он занимается этим. Если старше, у нас еще старший сын, мы его пытались приучать к цирковым нашим всем вещам. Он у нас выбрал свою стезию, и мы не настаивали. А младшая нас сразу сходу сказала, я хочу быть именно, почему-то она выбрала воздух, я хочу быть воздушной гимнасткой. Самое главное со слов Дмитрия и Валерии, чтобы их дети были счастливы. А они, в свою очередь, поддержат любой их выбор. А увидеть цирк глазами детей можно 17 апреля. В честь праздника в фойе Владивостокского цирка будут организованы выставка детских рисунков, экспозиции, посвященные истории известных цирковых династий и афиш, а также выступление циркового коллектива «Конфетти» и парад али-ансамбля барабанщиков «Доминанта». Алина Черненко, Игорь Болтов, новости на Восьмом.